открытие шоу «Большая перемена». Я думаю, что для... О, даже я хотел вас попросить, чтобы вы прокричали все хором «Ринат, Ринат». А Ринат уже пришел. А я теперь хочу позвать своих коллег, Марию Макееву, Павла Лобкова, Рината Давлетгильдеева, вот сюда. Я сделаю шаг в бок, а вы выйдете вот прямо. А я думаю, что вы все втроем и будете по одному, по очереди. Ну как? Я думаю, начать надо с Рената. С Рената? Нет, там я, честно говоря, просто думал, как в школе набирают себе команды. Вот так по одному человеку. Нет? Вы так не хотите? Давайте начнем с Рената. Ренат, иди тащи фанты. Надо быть нечестно, потому что я... Честно. А у тебя нет микрофона даже. Это будет честно. Это будет нечестно, потому что я соберу себе первых десятерых. Ну и что? Ну хорошо, давайте. Ну да. Хорошо, если... Неизвестно же, кто останется. Я, в принципе, хочу уже многих. Я внимательно смотрел, там у меня есть... А, то есть вместо того, чтобы готовиться к... Вместо того, чтобы готовить вечерний выпуск новостей, я выбирал себе команду, на самом деле. Хорошо. Итак? Па-ба-ба-бам. Ну, я надеюсь, что я никого не разочарую. Давай уже открывай. Мало времени. Арутюн Тамамян. Ты, да? Это я. А, ну я так и знал, что ты. Давайте вставать все, чьи имена называют. Да, 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 да. Это Арутюн шутил по поводу бейсболки со мной в лифте. Тот, кто слышит свои имена, поднимайтесь. Дмитрий Гущин еще со мной будет. Вставайте, вставайте и не садитесь. Дим, привет. Мы сейчас все вас увидим. Лилия Парова со мной будет еще. Лилия. Я очень доволен этим. Сергей Шершнев. Руслан Скрипка. Раз, два, три, четыре, пять. Это половина команды. Как много. Юрий Кукин. Привет. Это шесть. Анастасия Домбровская. Это семь. Василий Акерман. Он был по скайпу, его 10. А, я помню, да. Он был по скайпу, да. Это 8. Еще двое. Еще двое. Ольга Гладышева. И Артем Александров. Вот, мне очень приятно, я надеюсь, что вам будет так же приятно со мной, как мне с вами. Я вообще надеюсь на очень плодотворную работу, потому что, на самом деле, многие из вас меня уже поразили. Я не знаю, чем я лично могу быть вам полезен, но вы мне можете быть полезны точно. Итак, группа Рината Давлетгильдеева завтра начнет свои занятия с мастер-класса, который... Студийного мастер-класса, который начинается, который проведу я, 15? А начинается он в 16 часов. Ну, кто из вас теперь? Ренат, спасибо. Спасибо. Ты тогда давайте работать. Ренат, а микрофон мне нужен, наверное. Микрофон у тебя есть один он оборвался. Здесь, а он оборвался здесь. У меня. Хорошо, с техникой вот я сюда? Никогда не дружил, но Лейка это тот уровень, как раз который... с Лейками, мой. Мне кажется, ты с всегда дружил. Я всегда... Был на ты. Итак, Владислав Мушкарев. Буду быстро, у нас хронометраж. Наталья Арсеньева. Екатерина Бондарева. Ильнур Тагиров. Я поддержу микрофон. Александр Волочкович. Раз, два, пять. Три, четыре, пять. Раз, шесть, семь. Ксения Цедра. Ой, мы с вами тут рыбу фиш замутим, я чувствую. Татьяна Бур. Ну, чтобы больше не набрать. Вы знаете, мы же баре такие до крепостных-то охочие. Так, раз, два, семь. Три, четыре, пять, шесть, семь. Анна Скрябина. И Илья Климов. Спасибо, вы пока присаживаетесь. По-моему, 9. Нет. Еще? 9, еще один. Еще. И Анастасия Зырянова. Я забираю эти бумажки с собой, для того, чтобы потом
На них мы все эти телефоны напишем, там, там осталось раз, два. Осталось их 10. Сейчас Маша Махеева выйдет и торжественно огласит имена тех. Сейчас очень просто. Просто досталось стать тем, кто еще не поднимался. Нет, нет, нет. Давай мы торжественно все-таки огласим их имена. Ну хорошо, мне нужно доставать из линки. У тебя есть микрофон. Окей. Алиса Хусаинова. Давайте. Где Алиса? Она ушла? Серьезно, Алиса вышла. Да-да-да. А это та девушка, которая сказала спасибо за сарказм, она чувствовала, что и ко мне в группу грели попасть. Евгения Куклева. Так. Гузель Алимова. Макс Качанов. Станислав Кривчиков. Екатерина Руденко. Опа. Так, можно я достану сразу три? Алексей Коростелев. Кирилл Белован. Он был по телефону. По телефону, да-да. Ага. Заболел, да, но да, выздоровел. Да, да. Вы нас слышите, да. Антон Боровиков. Я очень рада. Здравствуйте еще раз. И теперь мы начнем плодотворно работать. Уже не увидят наши зрители того, как мы будем с ними общаться. А вот вы и есть здесь. Это. Я не знаю, почему вас здесь нет. Есть. Есть? Ура! Так вы все равно Кирилл со мной. Кирилл Гуськов, да. 2, 3, 4, 5. А ты знаешь, что это 10 человек? А, да, 10, правильно, все правильно, 10. Угу. 10 человек. И именно вот эта команда, которую, я надеюсь, мы сейчас видим на общем плане, именно эта команда завтра сделает первый выпуск новостей, который подготовят участники проекта «Большая перемена». А как мы это будем делать? Мы будем уже обсуждать за кадром, потому что сейчас нам нужно передать слово нашим коллегам из русской Лондона. Службы BBC. Нам не нужно передавать нам слово. Очень а надо может им мы передать передадим, слово. Ну, передадим слово в Лондон? Мы чуть нам позже не увидим нужно, отпуск, да. Да. Пусть чуть позже мы увидим наших коллег из Лондона. На этом мы заканчиваем наше открывающее шоу проекта «Большая перемена». Я всех поздравляю с тем, что теперь у вас есть наставники, которые будут заниматься вами, и вы будете им сопротивляться, может быть, иногда в ближайшие 3 недели. Сейчас мы специально для наших зрителей, кто не видел, может быть, начало сегодняшнего дня, покажем еще раз лекцию Натальи Синдеевой, открывающую проект «Большая перемена». Ну, а со всеми участниками мы увидимся завтра. Пока.